Не имеющие аналогов в Украине, шутхаус открыли в Киевской области. Здесь готовят спецназовцев в условиях близких огневых контактов в помещениях. Ну а само спецподразделение КОВД пополнилось 33 бойцами. Им вручили сертификаты об окончании подготовки. Побывали на событии и наши журналисты. В помещении забаррикадировался вооруженный преступник. Обезвредить его прибыли сотрудники корпуса оперативного внезапного действия КОВД. Они взламывают дверь, делают предупредительные выстрелы, раздается мощный взрыв. Бойцы открывают следующую дверь и обезвреживают бандита. Это выпускники КОВДа демонстрируют одну из спецопераций в новом шутхаусе. Он построен по образцам аналогичных объектов в других странах. Здесь, в отличие от обычных тиров, полицейские могут вести огонь не в одном, а в нескольких направлениях одновременно. Полностью достроить комплекс обещают до конца года. Сегодня, благодаря нашей работе с американскими коллегами, построен вот этот шутхаус как один из элементов для тренировки спецназа. КОВД – элитное подразделение полиции. Набор и подготовка будущих спецназовцев продолжается. Полностью сформировать спецподразделение обещают уже в первом квартале 2018 года. На всю страну будет работать несколько сотен первоклассно подготовленных бойцов. Помимо учебного процесса, мы проводим переподготовку и тренинги по разным дисциплинам. В частности, по парамедицине, снайпингу и планировки спецопераций. Кроме внешней угрозы, для Украины актуальна борьба с организованными вооруженными бандитами, отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны и вручил сертификаты 33 новобранцам КОВДа. Их задача – нейтрализация и уничтожение организованной преступности, которая в последнее время действует жестко и нагло. Спецназовцев обучали в специальном центре 2 месяца по американской методике. Новобранцы отправятся бороться с преступностью в Запорожскую и Кировоградскую области. Александр Панченко, Тимофей Сорокин, UATV.